знаешь, а куда ни пни. Так. Не торопитесь. Это что у нас? Я популярность не люблю. Это же увидят пожилые люди. Нет? Это могут увидеть они дети. Они будут расстроены. Расстроены, конечно. Доброй ночи. Зима. Может быть, крестьянин торжествует, она все-таки холодновата. Единственная отрада – это музыка, солнечная и позитивная. Спешу представить носителей этого тепла. Сегодня на пробах группа из Санкт-Петербурга «Маркшайдер Курс». Тут надо поаплодировать. Для тех, кто не знает, что это за диковинка такая, то сразу же сообщаю, это главные питерские мастера позитивных вибраций. Поэтому я предлагаю сейчас потихонечку начинать вибрировать. Естественно, начнем это делать музыкальным вариантом, а потом уже пообщаемся. Только сразу и вибранем. Вибранем? Понеслась, дружище. Слова эти песни простые и понятные. Подпевать надо? Она называется «Люся». Конечно. Thank you.
Маршидрана сегодня веселятся на кухне. Здравствуйте. Здравствуйте. Куда дели еще одного участника коллектива, прекрасного темнокожего парня по имени Серафим? Он сменял ваш канал. На другой канал. На другой телевизионный канал. Сейчас о нем снимается фильм. Мы как раз говорили о том, что он сейчас в свете софитов. В общем, ему не до того. А это кто? А это его заменитель. Непосредственно. Пластиковый заменитель, правда, немножко выбеленный. В половину, да. Ну и как бы в половину. То есть. Он говорит, что это лучшая его половина. Это лучшая половина, Серафим. Верхняя. Предлагаю не тратить время на такие абсолютно пустые разговоры, поскольку времени у нас действительно мало, а хотелось бы побольше о вас узнать, если кто-то еще это не сделал. Поэтому сейчас последуют какие-то дурацкие ознакомительные вопросы, так что вы не смущайтесь. Ну, вот расскажите мне, девушки, не сведущие и не знающие президентского языка, это вообще немецкого, как все-таки приводится название вашей группы «Маршайдеркунст»? «Маршайдеркунст». Это как раз один из тех вопросов, которые да. Еще как мы познакомились с Серафимом и относительно, скажем... Какую музыку мы играем? Ну, извините, но поскольку вы очень нечасто появляетесь на телевидении, поэтому... Ну, как их переводить? Переводить, свободный перевод, ребят. Свободный. Искусство границ разделения. Свободный перевод. На сегодняшний день сколько лет существует группа «Маршайдеркунст»? 11 лет? Альбомов. Альбомов сколько? Давайте считать. А, кстати, вот у нас же вышел сейчас альбом. Да, свежий. Свежий. Называется «На связи». Мы его еще покажем, да? Сбегаем, принесем. А до этого был альбом «Красиво слева», да? До него был «Петербург, Киншаса, транзит». «Лив ин Хельсинки». «Кем быть». Который мы хотели назвать «Хорошие мысли». Да. Ну, пожалуй, вот, на самом деле, с кем быть, я, например, считаю. И у нас еще была записана давным-давно пластинка, самая первая, называется «Разные формы оргазма». Да. То есть номерных, если я правильно понимаю, у вас 4 или 5 альбомов? Ну, наверное, 4. 4, да? Немаловато для 11-летней да, команды? Да, немало лет, немало альбомов. Дело в том, что первую мы запись вообще сделали когда? Это было... В 92-м году. Да. И, ты знаешь, мы пришли к выводу, что мы, конечно, концертный ансамбль, да, не очень так со студией. С тех пор у нас там концерты были, в основном концерты. И писаться о пластинках мы стали думать году в 96-м, да? Когда вот уже окончательно решили, что будем ансамбль. Сами начали думать или кто-то извне подсказал? Подсказал. Да. Конечно, нам начали говорить, давайте уже надо печатать там какие-то пластинки. Мы этого дела не любим. На студии сразу видно, что мы играть не умеем, поэтому мы предпочитаем на концертах. То есть это лишняя организация, прийти вовремя в студию, вот это репетиции. Репетиции вообще чушь. Что это? Кто репетирует теперь? Репетирует на концерт. В современном мире. А может сейчас репетнем какую-нибудь песню? Давай. С новой пластинки, да. Которую мы давно не играли. Она называется «Кваса-кваса». «Кваса-кваса». Да. А здесь подпевать можно? Прошлого лета, да. Доброй кашаса, вкусную взять сигару Альмадавару. 40 в тени мы не знали такого кошмара. Лето диктует правила кваса-кваса. Твои цвета не напрягают глаза. Твое лицо не видел я ни раз. Ты думала, я умер, я летаю. Мне трудно, я совсем тебя не знаю. Свободное время. Время обычно мне ни на что не хватает.
Был у меня запас, но теперь он тает, тает, тает и превращается жизнь в проблемы. Проблемы я не люблю совсем. Зачем это? Проблемы вообще зачем? Я не слежу базар, не люблю расклады. Гады, отдельно я, и трогать меня не надо. Как в таком не особо теплом городе под названием Санкт-Петербург вообще могла возникнуть такая команда под названием Маркшайдер Кунст, которая играет такую теплую, солнечную, светлую музыку? Это тоска по ностальгии замучила старичок. Именно в холодном, таком северном городе очень не хватает солнышка. Вот, собственно, от этого и толкались. Хотя мне кажется, что мы играем довольно мрачно, да? Да, да, да. И люди мы неприятные. Серьезные мы. Ну, конечно. Если гадцы. Поднимаем проблемы. Ну, проблемы. Не надо, да. Вот вы 11 лет существуете, и в то же время вас нельзя назвать гиперпопулярной командой. Это с чем связано? Вот как вы сами, ну, во-первых, считаете? А мы к этому не стремимся. Это раз. Мы работать не любим. Работать много. Не любим. Нет. И все это. У нас знакомые есть в группах популярных. На них больно смотреть. Да? Им деньги, да, тратить некогда. То есть вы деньги зарабатываете не музыкой. Тогда чем вы занимаетесь? Не, мы... Свободные от хобби дел. Нет, если мы зарабатываем деньги, то где они? А если гиперпопулярность, это все-таки, знаешь, каждому свое, да? Должны быть группы гиперпопулярные, и они как раз выделяются на фоне, скажем, таких коллективов, как наш, скромные труженики. Нет, никаких проблем мы не... Какие труженики? Вы же работать не любите. Да. Поэтому скромные. Поэтому скромные труженики. Я знаю, что с очень многими командами вы записали какие-то совместные песни, чуть ли не электричество БГ перепели. Было дело. Ну, только не электричество. А, электричество. Грешно, 2012, да. Ой, а может быть, вы хотя бы кусочек как-нибудь наиграете? Это Борис хотя Борисович бы... пришел, спел и проявил себя как тактичнейший человек. То есть он спел вокал, а вы сыграли да. Афрокарибы. Причем мы говорили ему несколько раз, не очень, можно ли еще? Он говорит, да, лады сейчас там, все. С Текилой Джаз тоже замечательное произошло, да? Сотрудничество среди нас. Ну и дружба происходит, поскольку это, пожалуй, самый дружественный коллектив. Студия общая. Не ошибусь. Студия у нас общая. С пятницы, я так понимаю, тоже что-то замутили. С пятницы, да. Дружеский, скажем, акт пока что это, да. Мы записали одну песню, сделали парочку. Вот. Сыграть, наверное, можем все. Вообще в Питере странная вещь. В Питере все до такой степени все переплетаются, в особенности вот в творческой среде. Масса каких-то проектов. Тот пришел, быстренько подыграл на гитаре, тот забежал в студию, спел вокальную партию. В Москве как-то немножко по-другому все происходит. Городок-то здесь... маленький, Питер. Городок-то маленький, Питер, действительно. Да прям уж маленький. Все знают друг друга, людишки-то. Клубцев-то мало совсем. А для студии? Живой музыки. А студии вообще две там, да, предположим? Одна. Ну, две. Уже одна. Ну, давай две. Мелодия и Добролёт. И Шевчуковская. Нет, они... Ну, это Шевчуковская. Знаешь, кстати, про Шевчуковскую? Ну, ладно. В студии Добролёт зародился очень хороший проект, называется «Мертвые Шевчуки». Господи, бедный Шевчук, как ему достается? Не, он не бедный. Он не бедный. Он хочет стать круче Киркорова, и поэтому он не бедный. Может, поэтому у них такие контры? Конечно. Он же говорит, давайте победим попсу. Призывает к этому всех. А для и чего поделим побеждать их бабки. Попсу? Для чего побеждать попсу, чтобы занять ее место? Ага. А-а-а. Ребят. О, я не знал тоже, глянь. До этого я как-то не додумался. Вот, Юрий Леонидович будет круче всех. Надо, давайте играть. Забороть Киркорова. Я предлагаю как-нибудь популяризировать ваше творчество при помощи телевидения и что-нибудь еще сыграть. Давайте. У Кокейро черные зубы, ему нужно сделать кокадо. Эй, не грусти, амиго,
ешь лучше авокадо. Кокобанго, Пуэрто-Рико, заросли базилика, и цикато, и мескалито. Буэнос ночес, синьорита. Кабальеро в модных сомбреро, улыбаясь, жуют сигары. Запинаясь, звучат гитары на окраинах Гуантанамейру. Кокобанго, Пуэрто-Рико, заросли базилика, пиццикато и мескалито. Буэнос ночес, сеньорита. Как текила, как сказал бы Иосиф Бродский. Аргентина — страна поэта, здесь писал Кампанейро Троцкий. Кокобанго, Пуэрто-Рико, заросли базилика, пиццикато и мескалито. Буэнос ночес, Буэнос Айрес, Буэнос ночес, Буэнос Айрес, Буэнос ночес, Буэнос Айрес. Спасибо. Еще раз напомню всем, кто к нам присоединился, это пробы, и сегодня у нас в гостях команда из Санкт-Петербурга Марк Шайдер Кунст. Я правильно произношу? Шайдер. Марк Шайдер. Мне кажется, жестковато. Марк Шайдер, давай. Марк Шайдер все-таки, да? Марк Шайдер был Марк Шнайдер, помнишь? Да. Когда пришла зима, Соня в эту зиму пришла к нему сама. Чего это Соня? А, это не моя, это песня. Совсем другое дело. Вот скажите, у группы Марк Шайдер Кунст есть какая-то сверхзадача? Или вот вы играете и играете, то есть все течет, как течет? У меня серьезно преломился вот этот момент со сверхзадачей, когда вот мы со Скаталайз участвовали в мероприятиях. Жил, не тужил, и представить себе не мог, что такая получится ситуация, что мы встретимся с дедушками там и будем играть с ними концерты. После такого момента как бы сама задача, сверхзадача отпадает, понимаешь? Ты смотришь на людей, которым там за 70 лет уже, они живут этой жизнью и неплохо себя чувствуют. Как жили 30 лет назад. Так же, как жили 30 лет назад, да, с ним там дерутся с друг с другом, вообще такое. Зажигает, по-моему, они здесь очень не слабо зажгли. Они везде не слабо зажигают. Аж дым идет. Ну что, парни, давайте опять же тратиться. Да, прощальную. Прощальную. Нет, ну такую, досвиданческую. Да, мы не прощаемся. Такая светлая печаль будет у нас. А эта песня называется «Чао-чао». Чао, лохматый друг, вода с лимоном, как кстати вдруг, прозрачный воздух, мы в разных позах, летим на юг, летим на юг. На берегу увитом плющем себя мы видим что-то пьющими, спокойно спящими, слегка курнувшими, но загорелыми и отдохнувшими, и загорелыми,
и отдохнувшими. Дорога снится, о, если б только был я птицей. Могу все бросить, так сильно сносит. И быстро-быстро, и быстрый-быстрый. И дома зимними ночами, за кружкой чая с калачами. Любой из нас про все забудет. Но все нормально, и лето будет. И все нормально, и лето будет. Приятно получить частицу лета холодной зимой, особенно в России. Будьте вы все здоровы. Все.